Всем привет, с вами Limit Score Pro и Xfox. Всем привет. Сегодня на сервере из Jerry and Harry опять играем в голодные игры. Как-то так. Чё, пойдем. Многократное количество раз уже. Да, многократное количество раз. Дрбанев, но он пустой, я не знаю. Опять как тогда, одни. Ну пошли куда-нибудь уже. Уже куда-нибудь. Вон, пошли вон туда. Аварисия. Аварисия, а где? А, все. Дотормозили. Вот, Дрбанев 14-й. Давай. Пух. Все, я тут. Отлично. Ага. Короче, давай, система такая. Ты по верху, я по низу. Окей. Я под воду. Что там? Честно, пока ничего хорошего не вижу. Вот, дорогие друзья, вообще зашибенно. Тут до хрена еще вещей вообще. Да. И тут не как на остальных серваках, то есть тут дается время, чтобы ты залутался и, грубо говоря, убежал сразу со спавна, тебя никто гасить не будет. Да-да-да. Ну что, как обычно, в нашу сторону туда побежим. Где наша сторона? Я уже забыл. А, назад. Ну, наверное, там. Наверное, там. Если не ошибаюсь. Да-да-да, там. Скорее всего, да. Вот, даже чёт сейчас пошел, то вот то, что сейчас начнется. Вот, сейчас надо попашить. А, я что, не туда пошел? Туда пошел. А я куда пошел? Я не знаю, куда ты пошел. А я с другой стороны вообще пошел. Горы. Да, тебе надо вообще назад. А, не, я сейчас этот скрыть скажу. Вот вам и прикол этого сервера. Вот он, алмазный меч. А, нашел. Вот он. Да, тут бывают еще алмазные нагрудники, алмазные шапки, короче... Короче, я на спавне, чувак. Тут бывает все, что угодно. Да, это один из плюсов, но один из минусов, то что голод тратится очень быстро. Да. Это можно сказать даже как на сталкер-сервере на Excalibur Craft, вот недавно вышло видео на канале. Так. Так что ты там, где? А, это ты? Нет, это не ты. Не. Чувак, я на спавне. Я верю, что ты на спавне. Я вот сейчас вот иду. Меня сейчас хотят загасить. Иди сюда, иди ко мне. Где? Бегай по кругу, я уже здесь. Окей. Я бегаю по кругу. Я такой вообще ни в чем себе не подозреваю никого. Все нормально. Я никого не трогаю. Я хороший. Я белый, пушистый. Сюда иди. Ты где? Я его отогнал, он сейчас куда-то бежит. Я бегу за ним. Зачем? Зачем? Я тут что-то как дурной должен бегать вокруг спавна? Ну он же тебя это. Он нет, он нормальный, он мирный. Да. Короче, я пошел по нашему пути, как обычно. Давай, иди, я найду тебя, по-любому. Окей. Я по-любому тебя найду. У меня сейчас закончился голод, я его слил. У него были железные ботинки на огнеупорность. Нафиг вопрос. Хороший вопрос. Ну, теперь пятеро. Я так подозреваю. О, у меня лук на бесконечность. У тебя есть стрелы? Есть. Давай мне. Ты, главное, иди туда, а я уже бегу. Все. Я опять бегу, непонятно куда. Тут не залутанный этот сундук. Я тебе железные штанишки нашел, если тебе надо. Надо, у меня только шляпа и боты. А, ну хорошо, тогда там. Шляпа, боты у меня. Я так понимаю, это я могу выкинуть. Так, ну это, наверное, лучше, чем кожаная будет. Золотые ведь лучше, чем кожаные. По-моему, одинаковые. Да, они одинаковые. Я лучше все кожаные одену. Я, короче, по нашему пути, ты помнишь ведь? Да-да, я уже все встал на пути стены. Встал? Да, встал. Я бегу. Встал у него там. Не-не-не. Ты этот лутал. Я все там лутал, которые поперек говорю, блин.
Короче, которые там типа пытаются все удалить. Ой, я тут с двумя чуваками. Они, Тима, куда-то бегут. Я уже тут переоделся. Не... Я тебя увидел, ты на горе. Я вот... Я вижу тебя. Угу. А чуваки тебя справа, получается, будут. Ага, но я тебя уже потерял. Вот. Все, отлично. Держи! Там есть одна Тима. Одна Тима. Ты этот сундук лутал? Да. А, тут нет. Тут, скорее всего, эти чуваки. Золотали, золотали. Так, на тебе одну. Этот? Одну струну хотел. Стрелу. Ну, а как? Все замечательно. Прикинь, такой фейл. Лук на бесконечность. Такой хоп, выстрелил. Стрелы нет. Бесконечность. Ну, короче, как я и говорил. Одна Тима. И один где-то просто шарится. Надо его замочить. Что там? Что там? Горящая что стрела. Что там? А, лук, это лук. Кстати, защита. У меня шлем на защиту. У меня ботинки на огнеупорность. Зачем? От горящей стрелы, которую я только что взял. А, ну тогда понятно. Так, тут вообще ни хренашеньки не видно. А, я вижу сундук. Вопрос, где? М? Где? Вон там. Вот там. Черт, это с обратной стороны надо пойти, наверное. Да? Да. Походу, да. Черт. Фейл. Не смогли до сундука добраться, видите? Ну ладно, сейчас обойдем, чё? Домики, вот домик, мы с тобой еще не лазили. Хибары, ё-моё. Ну. Кстати, да, мы тут уже на пороге новых изучений. На пороге новых изучений? Да-да. Так. Зашибись. Это невкусный домик. Без всего. Да-да-да. Может, тут будет сундук? А... Да, он там будет. Будет ли выход оттуда? Нет. В чем, Иди... в этом я уже 100% уверен. Иди в дом, а я тут посмотрю. Знаешь, тут какие-то дома невкусные вообще. В округе. Тут вообще ни одного сундука в доме. Ну, там маленький. Что это за житель, который вообще... Чё, он вещи с собой носит, что ли? М? Чё, этот житель вещи с собой носит, что ли? Я нашел сундук, но он не открывается. Замечательно. Он под бревном. Не, это сейчас в каком смысле подумать? Ой, я нашел. Да? Да, но там в основном жрачка. Бери чё. Тоже неплохо. Жрачка нам тоже нужна. Да-да-да. Так, я тебя потерял. Ну, как обычно, в принципе. Я ушел напротив дома. Напротив? Да. А, тут дофига домов. Именно на какой ты против пошел. А? На который? Вот сейчас я выйду и скажу. По льду который. У тебя ж мини-мап есть? Так и есть, но ты... Ты где? Ну, вот и я о том же. Ну, короче, я понимаю, что мы где-то тут рядышком. Ну, я, по крайней мере, в какой-то костёл зашел или типа того. Я, короче, в колокольне сейчас. А, ты в церковь зашел? Да, всё, да. Я тебя увидел. А я тебе нет. Так, ну, чё? Можно. До сих пор этого засранца не слили, да? Не. Ну и ладно, ничего страшного. Пойдем лучше Тиму сольем. Да блин, тут меня затроллили. Че? Смотри, открой сундук. Тролло. Во-во-во, ой. Ты че, рак что ли, не знаю. Ой. Какашка ты, какашка. Вон вода рядом, че. Я потратил свою единственную стрелу. Так. Давай еще пойдем куда. Так вот, по кругу пошли, и чё мы тут? Надо сливать этого последнего и Тиму потом за ним. Да мне кажется, надо. Слушай, будем надеяться, что Тима сама себя перебьет. Они поругаются из-за алмазного меча. Да типа, это мой меч, засранец, отдай мне сюда. О, тут лестница, чувак.
Я, короче, на дерево поднимаюсь. Понял, да? Сандучало. Сандучело, сандучара. Давай, сандучара, спрыгивай туда. Тан-тан-тан. Я срублю это дерево. Эй, ты где? Фраза. Ты где? Да здесь, я не теряю меня, слева я. Да ты засранец. Где ты слева? Где? Ты все, ты куда побежал-то обратно? Вон, вправо беги, назад. Налево. Да ё... Беги вдоль стекла, короче, беги. Вдоль стекла? А если я не в то вдоль побегу? Короче, охраняй. Я, походу, уже не в то вдоль побежал. Слушай, я нашел прорубь. Да? А, да. В которой я уже был. Что там, как там? Там он так кольчужную себе. Бронь. Ну, в принципе, норм. Мне бы тоже железные ботиночки найти. Да? Так у тебя же есть, нет? У меня... А чё ты, чё ты молчишь, на? У меня кожаные. На, ты где? На. Я, давай. На. Я чуть тебя не ударил, кстати. Ай, как бы мне потом не повезло, однако. Как бы. Ай, да ты засра... Ай, задрал. О? Я тебя вот опять это, потерял. Вот это вот самое веселое. Что такое, что ты нашел? А теперь смотри. Это, ё-моё, какая-то серия теряний, не знаете эти. А, ну замечательно. А у меня, походу, алмазный, еще надо найти алмазный нагрудник и все остальное. Не, алмазный нагрудник хватит, это вообще самая нужная вещь. Если у тебя есть что-нибудь другое. Еще железный меч. Мне пострел найти. Пошли сюда, вот так вот. Не, вон там, по-моему, сундучок я вижу. Да? А мне показалось, да. Ты сказал стрел железных. Не, я говорю железный меч, мне бы стрел. Вот стрелу я нашел. А, ну ты, кстати, где? А. О, все, дезмач. Кого-то слили? Да. Походу Тима там сливала. Да. Ну вряд ли это сама Тима начала сливать друг друга. Слил? Тоже слил. Ну давай. Хотел тебя эпично убить. Дай стрелу. Подожди. Ну-ка, встань у края. Да нет, ты снежком меня не загасишь. Ой. Ладно, беру свои слова обратно. Снежок тащит. Да, дорогие друзья. Ну что, еще раз? Куда-нибудь. Так, конечно. Так, давай меня перемещаем. Чернобыль. Ну, я думаю, это будет уже второй, наверное, серии, потому что здесь так, мне кажется, уже пробегали. Не знаю, сколько. Ну, ставьте лайки, если будете говорить то, что как бы мы тут друг другу поддаемся, у нас просто система такая. То есть, Xbox мне должен два раза, потому что он меня там... замочил. Но это было случайно. Было случайно два раза должником стал. Вот так вот. Да случайно это было, что ты врешь? Ставьте лайки, подписывайтесь на оба канала. Канал Xbox я тоже укажу. Всем спасибо и удачи. И пока.